Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 108, упражнение номер 35. Состав по кратким записям задачи и реши их. Первая краткая запись. Было 25 килограммов и 10 килограммов. Продали 18 килограммов. Осталось неизвестно сколько. Чтобы составим сначала по этой краткой записи задачу, она будет такой. В магазине было 25 килограммов яблок и 10 килограммов груш. Продали 18 килограмм яблок. Сколько всего яблок и груш осталось в магазине? Сначала мы узнаем, сколько яблок и груш было в магазине. Для этого мы к 25 килограммам яблок прибавим 10 килограммов груш. 20 плюс 10 равно 30, и плюс 5 равно 35. Теперь мы можем узнать, сколько яблок и груш осталось. Для этого из того, что было из 35, мы вычтем то, что продали. 18. 35 минус 10 равно 25. И 25 минус 8 равно 17. 17 килограммов яблок и груш осталось в магазине. Записываем ответ. Две точки. 17 килограммов. Смотрим на вторую краткую запись. Было 50 рублей и 10 рублей. Истратил неизвестно сколько, осталось 34 рубля. Составляем задачу по этой краткой записи. У Пети в одном кармане было 50 рублей, а в другом кармане 10 рублей. После того, как он купил пирожок, у Пети осталось 34 рубля. Сколько денег мальчик истратил на пирожок? Сначала мы должны будем узнать, сколько всего денег было у Пети. Для этого мы должны к 50 прибавить 10. Это получится 60. 60 рублей у него было и 34 осталось. Чтобы узнать, сколько денег он истратил на пирожок, нужно из того, что было, вычесть то, что у него осталось. 60 минус 30 равно 30, и 30 минус 4 равно 26. 26 рублей истратил Петя на пирожок. Записываем ответ, две точки. 26 рублей. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.